Пока большинство очных пар в СПбГУ запрещены из-за коронавируса, студенты могут совместить приятное с полезным и встретиться друг с другом в Ботаническом саду СПбГУ на субботнике. Как проходит уборка во время коронавируса и что побудило студентов выйти поработать в выходной, узнаем сегодня. Ботанический сад СПбГУ является памятником истории культуры и искусства и находится под охраной государства. Для студентов он стал не только местом для отдыха, но еще и объектом для наглядного изучения биологии. В обычной ситуации будущие биологи и почвоведы проводят в теплицах ботанического сада до 14 часов за семестр. Чтобы сберечь богатство растений, студенты ухаживают за садом и собираются на субботники. На сегодняшнюю уборку собралось более 20 человек. Главная особенность этого субботника в том, что нужно было подготовить заранее не только перчатки и инвентарь, но и защитные маски. Ведь важно сберечь не только растения, но и свое здоровье. Однако, чтобы всем участникам субботника было комфортно дышать, разрешили работать без масок. К тому же, работы проходили на свежем воздухе, и дистанцию ребята соблюдали. Поэтому работа без масок не нарушила существующих сегодня правил. Подготовить к зиме территорию больше 2 гектаров – задача не из простых. Однако участников субботника ждали не только уборка листьев и веток, но и увлекательный квест по ботаническому саду. Квест заключается в том, чтобы найти нужное растение. То есть это растение, около него будет QR-код, который нужно считать. Там высветится видеозапись с рассказом про это растение. И дальше участники квеста должны будут, им будет выдан специальный листочек с вопросами, где они должны будут ответить на эти вопросы об этом растении. Вот. Ну и за удачное прохождение квеста, соответственно, тоже призы. Во время карантина в Ботаническом саду работало всего 2 сотрудника. Сейчас им особенно нужна помощь, ведь за 5 месяцев в саду все заросло. Организаторы специально разбили территорию на участки, потому что в каждом из них виды работ немного отличаются. Одна группа должна собрать листву и ветки опавшие, другая проложить щепой дорожки, которые протоптаны были когда-то ногами, нужно их оформить, чтобы они были красивые и не было голой земли не покрытой. Вот. Другие занимаются прополкой, например, вот здесь, вот тут вот тоже. Ну и есть еще команда, которая занимается развозом земли вот из этого участка вот сюда, потому что здесь она побогаче, здесь она победнее, так вот как-то равномерно распределяем ресурсы. Большинство пришедших студентов учатся на биологическом факультете. При этом один из участников субботника оказался представителем факультета международных отношений. Всех студентов объединило одно – любовь к родному ботаническому саду и желание его облагородить. Мы бесконечно рады, что он случился, этот субботник, потому что мы долго его ждали. Обычно мы проводим первый, наверное, в апреле месяце. Прошло уже почти полгода с того момента, а ни одного субботника не было. Ну и студенты тоже очень рады, что они попали в сад, ведь некоторые студенты первый раз пришли в сад за последние полгода. Первый субботник в 2020 году выдался удачным. Студенты нещадно вырывали сорняки, равномерно распределяли землю между участками, расчищали дорожки и убирали опавшие листья. Все были рады встрече в саду и с самим садом. Повезло даже с погодой, за работой студентов сопровождало солнце. Татьяна Кропотова, Евгений Горяев, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.